скатный жемчуг, скатно серебро. Эти слова из старых русских сказок происходят от слова скань, филигрань иначе. Издавна умели русские мастера из тончайших нитей металла, чаще всего серебра, делать ажурные изделия удивительной красоты. Не исчезло старинное ремесло и в наши дни. На Красносельской ювелирной фабрике, недалеко от Костромы, создаются прекрасные вещи. Модель рождается за столом художников-конструкторов. А умелые руки мастериц дают им путевку в жизнь. Только небольшая часть того, что делают красносельские мастера. В магазинах эти вещи не залеживаются. Их увозят с собой и многочисленные туристы. На память о России.